был на этом огороде и решали проблему вот с этой моей хозяйкой. А проблема какая у нее была? Она попросила специалистов, которые бы сделали ей вот эти вот грядки. Они сделали, но у нее было беспокойство, у вот этой моей хозяйки, что вот этот шифер все-таки вот так вот раскроется, потому что здесь земля как бы выше уровня этой земли. И если пойдет дождь, намокнет эта земля, тут будет лед и как бы начнет давить на вот эти вот стенки. Эти стенки, конечно, начнут трескаться. И мы как-то решали этот вопрос, я уже это в фильме говорил, что забьем вот сюда вот такой же профиль. То есть будем забивать. Но она такие деньги потратила огромные. И сказала, надо так сделать, как бы, чтобы было надежно. И мысль у меня такая пришла, чтобы вот этот профиль не резать вот такими вот кусками, в землю забивать, это толку не будет никакого. Потому что вот этот вот шифер плоский, он просто лопается. И в каком-то месте лопнет, и вся земля высыпется, если вот так вот штыри сделать. Это будет бесполезной работой и потраченные деньги на этот профиль. Я решил таким вот образом. Вот смотрите, вот так вот закрутить, как бы обнять вот этот профиль. Ну вот смотрите, что произошло. Еще зима не наступила, но в этом месте уже появилась вот эта вот трещина. А зимой вот этот шифер просто отстанет от этого профиля, профильной трубы. Она останется, а этот шифер сломается. А за счет вот этой вот профильной трубы этот шифер как был, так и останется. Потому что он сейчас просто прижат, обнят таким вот образом. И все. Вот таким вот образом я ей решил. То есть перевернулся. Хотел одно сделать, а потом думаю, она же такие деньги потратила. Она как-то подумает, сделать надежно. И чтобы стенки эти не расходились, вот такую вот перемычку сделал. Вот таким вот образом. Конечно, она будет удерживать, эта перемычка, вот эту трубу, а вот эта вот профильная труба прижата. И получается весь такой вот каркас. Вот представляете, как получилось здорово. И хозяйка моя очень-очень рада такому исполнению работы. Как бы работу-то сделали эти мужики, но не до конца. А мне пришлось ее сделать до конца. То есть получилось, а они хорошо сделали, и я заканчиваю работу. Ну, вроде бы так. Осталось там вот перемычку, там перемычку. Но работа, конечно, очень долгая. Но за один день я успел это все сделать. Закрутил здесь. Соединение сделал здесь. Но самое главное было и сложное, это купить вот эти трубы и перевести на своем автомобиле, сверху на багажнике их поместил. Но чтобы их распилить и сделать вот такое вот соединение, мне пришлось подсчитать все в круговую. Это было очень сложно, долго-долго считал, отдал на распил 15, по-моему, вот таких вот труб, мне их распиливали по моим размерам. А потом кое-как здесь все это собрал. То есть эту трубу, потому что чтобы не оставалось никаких остатков. Ну, здорово получилось. Мне нравится, и моей хозяйке тоже понравилось. Ну ладно, буду дальше приступать доделывать работу. Вот так. Вот здесь все.